Ближневосточный авиаперевозчик Qatar Airways увеличил свою долю в холдинге, владеющем британской British Airways, с 4,3% сразу до 20%. Qatar назвал сделку привлекательной. За превращение миноритарного пакета в блокирующий заплачено 375 миллионов фунтов, почти 500 миллионов долларов. До голосования по Брекситу 23 июня покупка обошлась бы как минимум на 10% дороже. Когда британцы приняли решение о выходе из ЕС, курс фунта к доллару и евро упал. Холдинг AIG, помимо British Airways, владеет испанской авиакомпанией Iberia и ирландской Aer Lingus.